Значит, твоим родителям Кейси понравился. А ты сама что думаешь о нем? Скажу тебе честно, он мне очень нравится. Но у нас с ним ничего не получится. Дело в том, что мы с ним совершенно разные люди. Это как раз и должно привлекать вас друг к другу. У вас с Эдди то же самое? Мы расстались с Рикардо. Теперь я пытаюсь устроить свою жизнь. Эдди, кажется, очень хочет помочь тебе в этом. Он, конечно, неплохой парень. Но... мне трудно забыть Рикардо. Я знала, что все так кончится, но не могла расстаться с ним. Я бы на твоем месте не думала о нем. Что ж, это послужит мне хорошим уроком. Лучше общаться с такими парнями, как Эдди. Так будет гораздо спокойнее. В порядке вещей. Присядь на минутку, я тебя посмотрю. По-моему, все нормально. Слава богу. Спасибо за цветы, я поставлю их в воду. Можно я? Рикардо, ваза у тебя найдется? Да, конечно, сейчас.